Да хорошее, так что с нетерпением ждем начала матча. В составе сегодня играет «Шахтер». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. «Интер» с первых минут играет в таком составе. В воротах Самир Ханданович. В обороне Шкринер в паре с Девреем. Гальярдини вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И вновь будет групповой этап Лиги чемпионов. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Игрок поспешил, залез в офсайд. Поторопился он слишком, стоило чуть подождать с рывком, а так угодил в положение вне игры. Хорошее, так что с нетерпением ждем начала матча. В составе сегодня играет «Шахтер». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. «Интер» с первых минут играет в таком составе. В воротах Самир Ханданович. В обороне Шкринер в паре с Девреем. Гальярдини вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И вновь будет групповой этап Лиги чемпионов. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Игрок поспешил, залез в офсайд. Поторопился он слишком. Стоило чуть подождать с рывком, а так угодил в положение вне игры. Хорошее, так что с нетерпением ждем начала матча. В составе сегодня играет «Шахтер». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. «Интер» с первых минут играет в таком составе. В воротах Самир Ханданович. В обороне Шкринер в паре с Девреем. Гальярдини вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И вновь будет групповой этап Лиги чемпионов. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Игрок поспешил, залез в офсайд. Поторопился он слишком. Стоило чуть подождать с рывком, а так угодил в положение вне игры. Хорошее, так что с нетерпением ждем начала матча. В составе сегодня играет «Шахтер». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. «Интер» с первых минут играет в таком составе. В воротах Самир Ханданович. В обороне Шкринер в паре с Девреем. Гальярдини вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И вновь будет групповой этап Лиги чемпионов. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Игрок поспешил, залез в офсайд.
Поторопился он слишком, стоило чуть подождать с рывком, а так угодил в положение вне игры. Хорошее, так что с нетерпением ждем начала матча. В составе сегодня играет «Шахтер». В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто.